Завтра на нашем канале смотрите программу «Открытый разговор» с Егором Борисовым. Глава республики ответил на вопросы по участию Виктора Лебедева на Олимпиаде, о возрождении в Якутии судостроения, работе программы по переселению граждан из аварийного жилья, также в ходе кормозаготовительной кампании. Начало эфира завтра, 9 августа, на канале «Саха-24» в 20:00 вечером, а на канале «НВК Саха» в 21:00.